Уже который год в Казанском федеральном университете проводят молодежный фестиваль «День первокурсника». Этот 2023 не исключение. Самые яркие коллективы вуза готовят для зрителей творческие номера. От каждого института своя неповторимая программа. Например, Институт геологии и нефтегазовых технологий готовит перформанс с элементами мистики, где главным героем выступит путешественник, который столкнется со странными событиями на своем пути. Работа идет полным ходом, уже все коллективы готовят свои номера. Мы сами ждем очень сильно посмотреть на наш новый коллектив «Энтузи», потому что для всех это небольшая загадка, что же они для нас приготовят. Театралы тоже, я думаю, вас удивлят. Вокал, я не буду говорить, потому что вокал всегда это мурашки, когда выступает геофак на сцене. В целом программа будет легкой, интересной и, думаю, запомнится многим. Все институты Казанского федерального соберутся на одном мероприятии. Новоприбывшие студенты смогут продемонстрировать свои таланты и умения прямо на сцене Уникса. До старта фестиваля проходят собрания режиссеров, культурных организаторов и сценаристов различных факультетов, где обсуждается общая программа представления. Открывать мероприятие 3 октября будет команда юридического факультета и Института психологии и образования, а закроет программу 12 октября Институт филологии и межкультурной коммуникации и инженерный институт. Сейчас все институты в таком кипише, все очень сильно стараются показать что-то новое, придумать что-то новое. Буквально завтра у нас уже начинаются предпросмотры их программ, где мы сможем познакомиться и уже дать, может быть, какие-то комментарии по их работе, чтобы на сцене вы увидели ту самую конфетку, которую они хотят вам показать. Также фестиваль проведется в Елабужском и Набережно-Челнинском институтах Казанского федерального университета. Гала-концерты пройдут 13 октября. Билеты на все выступления можно приобрести у профоргов институтов. Валерия Карташова, Фарид Захитоглы, Универньюз.